Поговорим о жизни на лайфе прямо сейчас. Занимайте места согласно купленным билетам. Очередной скандал. Пассажиры с бортпроводником разгорелся во время авиарейса «Нальчик-Москва». Итак, представьте, отец семейства летит в самолете вместе с женой и двумя малышами и очень хочет сидеть рядом со своими близкими людьми. Только вот место у него по билету в другой части салона. Семьянин решает настоять на своем, но на его пути встает экипаж воздушного судна. Как говорят бортпроводники, неугомонный пассажир грубо толкнул одного из них. Правда, вот сам дебошир уверяет, никого не трогал. Но все-таки его задержали сразу после приземления.